Меня зовут Андрей, я администратор клуба «Камчатка». Клуб, в общем, известен благодаря Виктору Цою, в основном известному музыканту, который здесь работал. Здесь работал кочегарами. Эта котельная отапливала этот дом. Работала она до 99 года, 2000-го. Затем дом перевели на центральное отопление, и здесь делали клуб. Днем мы работаем как музей, то есть люди приходят, смотрят на исторические какие-то вещи, как котел оставленный, диван, на котором сидели кочегары в комнате отдыха. Днем это музей, вечером клуб. Научиться надо улыбаться, чтобы на все 500, как говорится, улыбаться надо научиться. Стихи о Петербурге. Это не обязательно Невский проспект. Я Александр Кочевник. Живу в Питере. Питер – это мой родной город. Стихи о Питере – это душа, которая живет в этом городе. Душа города. Я поэт. Жить надо ярко, жить надо броско, лучше ноги, чем ходить в обносках. Если люди к нам никто не попал, всех спасли, люди думают. Секретарь Всероссийского Барковского клуба, родоначальник свободного поэтического стиха. Что я стараюсь делать в Питере, это объединять творческих людей, поэтов, художников, артистов. Жизнь, она такая штука, будет запросто, без стука, без согласия, без спроса. Жизнь проста, как папироса. Солнце светит, солнце греет, на бахче лениво зреет плод тугой и полосатый, арбузатый и пузатый. И вокруг, как говорится, все смеется. Я люблю Питер. Питер – это самый творческий город в России. Москва – более коммерческий город. Питер – это душа России. Хаос внутри, можно смело играть роль шута. Играть роль шута. На ваши монеты жить по секрету, любить по секрету. Спасибо за это. И меня больше нету.